Так, это у нас Борисик. Да, Борюсик? Кушай травку. Кушай, кушай. Борюсик. Оставили мы его на развод. Тоже, видите, он подбородок уже растет у него. Упитанный кролик. Мы ему ничего не жалеем. Ну, как и всем остальным кроликам. Кормим одинаково. Да, Борюсик? Боря. А, Боря? Иди сюда. Там самочка за стеночкой. Он вынюхивает, бесится. Кушай травку, Боря. Кушай. Кушай, кушай. Кушает. Интересно кушает, да, он затягивает, как хромает. Ну, это простячок. Прям так, может, помесные какие-то там породы, но уже перевелись. Получается, простячки. Интересный Борюсик. Видно, да? Бородка какая у него. Складочки жира. Кролик упитанный. Наших кроликов два раза в день. Этого достаточно, утром и вечером. Ну, вот сейчас днем, скажем так, под вечер. Ну, смотрим, чтобы сейчас очень жарко, чтобы была водичка. Хотя вот бурячок лежит не съеденный, он тоже сочный, как и травка, то есть много воды не пьют. А этот наш Борюсик в основном ее переворачивает. Попил, сразу перевернул. Вот такой у нас характер у Борюсика. Видите, он легся уже. Надоело ему. Ему все надоело. Борюсик. Все, пока, Борюсик. Мы пошли. Отдыхай.